Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я нахожусь в салоне Toyota Geely. Здесь продаются машины Lexus, Toyota и Geely. Вот, смотрите, такой здоровенный Toyota Highlander. Стоит он 235 500 белорусских рублей. Есть электрорегулировка сидений здесь. Есть также подогревы передних сидений здесь. Задних нету, это арабская версия, сказал консультант. Сейчас рассмотрим с вами центральную консоль. Вот такой вот подлокотник здесь. Здесь два эргонайзера. Один побольше по размеру, второй поменьше. Но это, видимо, специально так придумали. Вот такие вот кнопочки здесь пластиковые. Вот такая вот рукоятка автоматическая, коробка передач. Вот три USB выхода. Есть USB-A, USB-C 2 выхода под современные телефоны. Подогревы передних сидений есть. Есть прикуриватель под защелкой. Сейчас открою, покажу. Вот он. Вот такой сюда можно засунуть дополнительную зарядку. Еще будет дополнительная зарядка для телефонов. Ну, дисплейчик здесь такой простенький. Аналоговые приборы такие обычные, не экранные. Классические, олдскульные. Руль прошит кожей здесь. Такие вот кнопочки. Автосвет здесь есть. И есть кнопочка для открытия багажника. Можно регулировать фары здесь. Еще здесь регулируются зеркала, как удобно. По удобству. Электростеклоподъемники здесь есть. Не знаю, возможно, это мои придирки, но кнопочки мне здесь не сильно нравятся, потому что они не обладают такой прорисовкой, которая будет светиться ночью. Следовательно, не будет видно, какое окно открываешь ночью. Этот момент немножко не проработали, конечно. Вот, смотрите, какой здесь бардачок. Он просто пластиковый, там все будет громыхать. Ну, не очень сделали. Такое себе решение, конечно. Он на замок закрывается. Тут есть ячейка. Вот зеркало такое, большой лопух нормальный. Смотрите, тут кнопочки разные есть. Два дефлектора здесь. Вот смотрите, сколько места над головой. Рост 1,82 м. Задний просвет. Тут места полно, хватает тут вообще. В Toyota Highlander отличная машина. Шторки задние есть даже. Прикольная машинка. Вот смотрите, здесь также есть для задних пассажиров климат-контроль свой, отдельными кнопочками регулируется. Здесь забыл сказать, три ряда сидений. Машина просторная, очень большая, здоровая. Правда, мне здесь не нравится то, что салон белого цвета, он будет очень сильно пачкаться. Вот подлокотник такой, в него интегрированы два подстаканника. Плохо, что там нету специальных пупочек для держания напитков, потому что, возможно, напитки могут быть меньшего размера. Вот две зарядки USB-C типа для современных телефонов. Вот такой вот пластиковой закрывашкой закрываются. В целом здесь очень приятно находиться. Вот Lexus RX 350, стоит он 380 тысяч белорусских рублей. Такой в черном цвете, гибридный, симпатичный автомобиль. Открывается он с кнопочки, необычное открывание двери у него, конечно, нестандартное. Но это, конечно, плохо зимой, потому что эти кнопки будут замерзать. Следовательно, будет неудобно открывать. Из-за температуры будут датчики неправильно реагировать, возможно. Вот такой вот здоровый здесь экран. Два дефлектора для подачи воздуха. Крутелки, хорошо, что они сохранили здесь для климата. Центральная консоль здесь вся лакированная. Ну, будет царапаться, это, конечно, не очень, но я думаю, владельцам здесь все равно. Подлокотник не открывается, здесь
у подлокотника никаких пространств нету. Вот такие вот подстаканники, в них интегрированы специальные держатели такие. В общем, здесь все спрятано, тоже так красиво выглядит. Под низом, я думаю, тоже там свой прикуриватель есть. Вот такие вот здесь кнопочки под рулем есть. Память сидений здесь. Вот тут кнопочка включения интегрирована в дисплей. Вот здесь, понятное дело, есть электрическая регулировка сидений, есть электрическая регулировка зеркал, там электрические стеклоподъемники. Сейчас посмотрим бардачок. Бардачок уже здесь обшит фетром. Ну, потому что машина более премиальная, там, следовательно, должно быть все как надо. Кстати, ячейка для замка есть, то есть бардачок можно тоже закрыть здесь, как у Toyota Highlander. Хороший бардачок. Вот смотрите, сколько места над головой. 1,80 м, если что, рост. Комфортно здесь, в принципе. Нормально, широко здесь. Очень приятно сидеть. Правда, вот это вот сиденье чуть подпирает. Надо его отодвинуть. А так, в основном, нормально. Лобовой просвет нормальный тоже. Шторка съемная для багажника. Хорошая машина, но своих денег не стоит. Вот смотрите, здесь тоже есть регулировка климата-контроля, 2 USB-C для зарядки современных телефонов, 2 дефлектора, лакированная вставочка, это же Lexus, конечно, надо же как-то показать свой премиальный бренд. Есть панорама на крыше, она на всю крышу здесь выполнена. Вот такие вот светильники здесь черного цвета. Потолок черного цвета. На дверях здесь, обратите внимание, дополнительный есть динамик твиттер. То есть не только один басовик. Вот здесь такая вот ручка двери. Она выполнена в стиле кнопочки. Ну, здесь электрические двери, так скажу. Электрический механизм здесь какой-то стоит. Это в морозы не очень сильно хорошо, конечно. Оно неудобное, надо привыкать. Механические мне ручки больше нравятся. Ну, они и практичнее, и круче. Здесь салон очень классный. Классного в смысле цвета, потому что он не белый, он не будет пачкаться. Вот смотрите, багажник здесь электрический. Объем багажника здесь 612 литров. Сейчас посмотрим, что под полом. Ну, под полом ничего интересного нету. Есть какой-то некий органайзер. Там с желтой тряпочкой какой-то. Вот, здесь регулируются электрические сиденья, съемная шторка есть. Ну, обычный багажник. Вот так он закрывается. Дальше я решил посмотреть салон Lexus LX бушного. Здесь новых Lexus LX нету, их не привезли сюда. Ну вот, человек решил взять в трейдинг какую-то другую машину. Решил поменять. Здесь вот кнопочки такие различные есть, их здесь много. Дисплей, ну, такой себе, конечно, здесь стоит. Но здесь так все обшито, конечно, очень классно. Здесь все такое мягкое, такое прям красивое. Вставки такие под дерево, тоже прикольно. Прикольно все так открывается. Но это премиальный люксовый кроссовер у них. Считается у Lexus. Поэтому здесь они, конечно, все красиво очень сделали. Вот электрорегулировка руля здесь есть. Правда, он сейчас не регулируется, наверное, потому что он выключен. Не в включенном состоянии находится этот Lexus. Я не знаю, что владельца вынудило отказаться от такой машины. Вот здесь есть память сидений. Ну, машина очень прям красивая. Не знаю, возможно, из-за того, что гарантия закончилась, поэтому он ее продал. Но видно, что машина такая не потрепанная, нормальная, целая, в приличном состоянии. Вот такой здесь бардачок. Он обшит тоже фетром.
таким. Здесь ничего громыхать не будет. Вот. Здесь ячейка есть. Вставка под дерево на торпеде тоже. Это ж Lexus. Конечно, здесь должно все быть. Это самый премиальный кроссовер Lexus. Два дефлектора. Опять же, сзади вставка под дерево сделана. Все очень красиво выглядит. Вот. Черно-белый салончик такой. Сочетание цветов неплохое, по моему мнению. Все приятное такое на ощупь. Красивое, большое, здоровое. Багажник здесь просто огромный. Здесь 701 литр в багажнике. В потолке, кстати, панорамы нету. Он белого цвета, обычный стандартный потолок, как у всех машин. Здесь динамиков огромное, большое количество. Целых три на двери. Есть всякие органайзеры. Кстати, регулировка сидений здесь есть задних. Электрическая. Что очень редко встречается во многих машинах обычных, стандартных. Ну, в такого класса машинах я не удивлен, что они здесь есть. Потому что машина огромная, они должны быть здесь. И стоит она много. И функционал автомобиля должен соответствовать, я считаю, уплаченным за него деньгам. Кстати, забыл показать его снаружи, но решил исправить ситуацию картинкой. Вот так вот он выглядит. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Всего хорошего. Спасибо за просмотр. Кто хочет помочь продвижению моего канала, ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь, проявляйте свою активность. Вам не сложно, а мне приятно. Спасибо заранее.